Ой, братан, я под впечатлением тебе звоню. Да чё? Мне вчера так отсосали, блядь, твою мать. Это был самый the best of the best отсос просто в мире в моей жизни. За всю мою жизнь такого не было, брат. Я просто охуел, блядь. Да, братан, ты не понимаешь, нужно не то, что прочувствуешь, хотя бы увидеть один раз. Хочешь посмотреть, как меня отсасывали? Сюда зайди, глянь. Только по-братски, только тебе. Никому это видео не сливай больше, понял? Бля, иначе тебе пизда, отвечай нахуй. Ну как? Видел? Это я у них на столе лежал. Они, я пришел, они узнают, что говорят, да этот долбоеб, говорит, из Инстаграма. Я говорю, ну да. Они там быстрее фоткать меня начали, ну и попили они мои кровушки знатно. Но, братуха, какой эффект? Да там ничего страшного, так выглядит просто страшно. Тебе банки ставили в детстве? Банки, блядь, обычные. Мамка ставила тебе? Ну, такие же банки, только апгрейдные. Просто банка такой, чпок, а это прям чпок, еще и кровь отсасывает там у тебя захолустную твою, блядь, загнивелую. Ты знаешь, братан, вот вроде сутки уже, прошли сутки, а я как заведенный, у меня энергия, тестостерон ебашь, у меня силы, блядь. Мне хочется разъебать, блядь, Аньку свою за то, что кашу мне сегодня не разогрел с утра, когда на работу уходил, тварь, блядь. Я сел в доту играть, каша холодная стоит. Не, ну, кисуля, ты не думаешь, что тебе туда вход воспрещен? Тебе тоже можно, там и женщинам отсасывают, и здесь, и чпок, и мок, из лица, и от груди, откуда хочешь, отсосут, здесь сосут. Массаж там охуенный МакГрегор делает такими ручищами здоровыми, блядь.